Найбільш титулований клуб вітчизняного ветеранського футболу «Рішельє» провів традиційний новорічний турнір. У ньому прийняли участь представники всіх поколінь гравців, що в різні роки виступали за команду. Ветерани одеського футболу розділились на 4 колективи та зіграли за круговою схемою. Багатоденний марафон завершився лише після серії пенальті, перемогу, яку здобула команда, ворота якої захищав відомий голкіпер Віктор Грішко. Главный итог – это то, что мы хотим увидеть друг друга живыми, здоровыми, на поле, играющими. И это очень важно. Это главный итог. Главный итог, что мы есть, что мы продолжаем развитие футбола, что мы по-прежнему дружим, что мы сохранили наши добрые отношения и традиции клуба не нарушаем. Вот это, я думаю, итог, очередной итог нашего года. Среди нас победителей нет. Видите, 4 команды собраны, примерно равные. Ну, кто-то, естественно, должен был выиграть. В данном случае победитель определился в 11-метровых или в 6-метровых, это не важно. Но поэтому мы радостные, мы счастливые, мы опять рядом, мы опять вместе, мы опять в футболе. Такі традиційні турніри – не лише чудовий привід для зустрічі зірок одеського футболу. Під час товариських змагань гравці та тренери підбивають підсумки року, що завершується, а також ставлять плани на 2020-й. Вообще в ветеранском футболе немножко сейчас идет застой, время тяжелое, поэтому в городе и в области мы, конечно, играем на высоком уровне. На Украину только старшее поколение хорошо играет. Хотя сейчас Черное море молодцы, выиграли 2 кубка Украины. Мы выиграли кубок Украины, решили 60-ки в этом году, поэтому жизнь продолжается. К сожалению, молодого подпитки молодыми футболистами мало. Вы видите, в Черноморце ребята играют молодые, поэтому ситуация такая не очень-то такая оптимистическая.